Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Находки Манили». Сегодня у нас на обзоре монетка 10 копеек, юбилейная, 1967 года. Это монетка из серии 50 лет советской власти. На реверсе данной монетки в верхней правой части диска идет обозначение достоинства монеты 10, и под ним слово копеек. В остальной части монеты изображен монумент покорителям космоса в виде ракеты взлетающей. И за этим монументом расположено восходящее солнце с расходящимися лучами света. Так, на аверсе данной монеты изображен герб СССР, опоясанный лентой. Вокруг герба расходятся лучи и орбиты космического корабля. Справа год Великой Октябрьской социалистической революции 1917 и год выпуска монеты 1967. Данная монета производилась в СССР. Гурт у нее рубчатый. Вес этой монетки 2,05 грамма. Тираж 50 миллионов штук. Металл мельхиор. Диаметр монеты 17,27 мм, толщина 1,3 мм. Цена данной монеты на аукционах составляет примерно 20 гривен в Украине. Так, данная монетка очень интересная. Разновидностей других ее нету. Она, в принципе, у нее идет одна разновидность. Она считается достаточно распространенной и особо высокой ценности не имеет. Вот такая вот монетка, такой короткий обзорчик. Так что, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все, всем удачных находок, всем пока!